Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Кирилл Махров, а значит, игра «Думай, знай, познавай» снова с вами. И время ее смотреть на телеканале «Видное ТВ». Мы подготовили вопросы, сами готовы. Что нам осталось? Естественно, найти участника, который на эти вопросы будет отвечать. Что ж, пойдем найдем. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Даниил. Даниил. Рубен. Рубен. Меня Кирилл зовут. Очень приятно. Ну что, как будем играть? Я задам вам всего лишь 5 вопросов. Задаю по одному вопрос, и вы думаете над ответом. Можете совещаться, говорить в полный голос, не надо шептаться. После этого оценивайте свой ответ минимум в 1 балл, максимум в 5. Ваша задача набрать 20 баллов для того, чтобы получить кубок «Видное ТВ». Сколько лет старик ловил неводом рыбу в сказке о золотой рыбке? Три сейчас. Сколько лет ловил рыбу до встречи с золотой рыбкой? Ну, вы можете между собой в голос полный совещаться. Вроде три. 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 Да. Уверены? Да. А на сколько вас свой ответ оцениваете? Ну, на балла 3-4. Да. На балла 3 или 4? Ну, да, 4. 4. Правильный ответ – 30 лет и 3 года. Получается 33 года. Какой мультипликационный герой поет песенку? Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Мамонтенок. Мамонтенок. Точно? Да. Уверена? Да. Да. На сколько? На 5. На 5. И это правильно, действительно мамонтенок. В какое море впадает река Волга? Черное? Нет. Подожди. В какое море впадает река Волга? Вроде так, кстати. Ну, Каспийская. Каспийская. Точно, да? Ну, да. Да. А насколько уверены? На балл 4. 3. Да, 4. 3 или 4? 4. 4. Это правильно. Каспийское море. Каких животных прозвали кораблями пустыни? Верблюдов. Верблюдов? Да. А может, слонов? Нет. Верблюдов. Собак? Нет, верблюдов. Кошек? Верблюдов. Тараканов? Нет, верблюдов. Верблюдов. А насколько уверены? 5. На 5. Это действительно верблюды. Согласно одной русской пословице, слово – это серебро. А чем, согласно этой же пословице, является молчание? Есть догадки? Нет. Ну вот. Чем является молчание? Наверное, землей. Землей. То есть, получается у нас… Как точно вот если, да? А у нас слово – это серебро, а молчание – это земля. А на сколько уверены? На 3. На 3. Слово – серебро, а молчание – золото. Ребят, в любом случае, спасибо вам за игру. Вы очень хорошо играли. Конечно, 20 баллов вы не набрали, но ничего страшного. Классно вы играли. Спасибо вам огромное. Еще увидимся. Спасибо.